Здравствуйте, друзья! Доброе утро! Я хочу сказать, что сегодня уже 1 ноября. Светик, я правильно говорю? 1? Да, и время поменялось. И время поменялось, да. Сейчас на час меньше, как бы, чем должно было бы быть, если бы время не менялось. И вот что я хотел заметить. Фактически на излете кампания по подаче заявок на участие в Green Card лотерее. И я, когда смотрю на статистику видео, которое у нас есть на канале, то, соответственно, ну, там видно, что где-то больше трафика, где-то меньше. И вот, в частности, у нас чемпионом за последние 30 дней является, что неудивительно, видео, где мы с Алексом Раевским в диалоге заполняем вот эту самую форму для участия в лотерее. Точнее, заполняю как бы я своей рукой, но он при этом, Алекс, объясняет и все такое. То есть моя такая функция чисто на клавиатуре. И вот посмотрел это видео 50 тысяч человек. Точнее, 50 тысяч просмотров было за последние 30 дней. Вот я рапортую данные на сегодня утро, 1 ноября. 50 тысяч просмотров. Мало того, в среднем смотрели это видео по 10 минут. Продолжительность просмотра 10 минут. То есть я думаю, что кто-то час смотрел, а кто-то, может быть, 30 секунд и шел дальше. Но в среднем было 10 минут. И, соответственно, 50 тысяч просмотров у нас превращаются в 500 тысяч минут. Друзья, 500 тысяч минут за месяц люди посмотрели одно единственное видео. По времени просмотра это видео за месяц, октябрь, составило 10% всего времени, проведенного нашими зрителями на нашем канале. То есть по количеству просмотров это меньше, чем 10, там может быть 8. Но по времени, проведенному на этом видео, это 10% всего, что было. Значит, если вы спросите себя, что такое 500 тысяч минут, это примерно год. Год. Но поскольку у нас данные не за год, а за месяц, то есть 1/12 года, это значит, что вот это видео является эквивалентом того, что 12 человек в течение месяца смотрели непрерывно это видео одновременно. Не те же самые 12, они, естественно, менялись, там, чтобы было их там 50 тысяч. Но, во всяком случае, у нас, значит, представьте себе, сутками, день и ночь, не смыкая глаз, 12 человек одновременно смотрят вот одно это несчастное видео по заполнению форм. И с учетом того, что это видео у нас уже висит третий сезон, то есть его сделали ровно 2 года назад, то за вот эти 2 года ровно нас посмотрели 175 тысяч, ну, хочу сказать, человек, 175 тысяч просмотров было на этом видео. И невольно, друзья, невольно обуревает чувство гордости за то, что все-таки, значит, в нужный момент есть кому подставить плечо и как бы что-то такое полезное, хорошее сделать. Так что я очень доволен. Вот, и просто вам рассказываю, что на свете бывает. Там еще есть интересная статистика. Статистика по странам, откуда люди смотрят этот сюжет. Конечно, это, наверное, отличается от статистики по странам подачи заявок. Но я думаю, что если, скажем, 10% народу смотрели это видео там из, допустим, там Беларуси, значит, наверное, 10% народа, которые подали, были именно оттуда. Так мне кажется. Во всяком случае, должно быть довольно близко. Так вот, что интересно. По количеству просмотров и количеству времени, проведенного на этом видео, у нас лидирует с небольшим отрывом от Российской Федерации, у нас лидирует Украина. А с учетом того, что количество жителей отличается между Российской Федерацией и Украиной, население отличается что-нибудь так раза в 2, в 3,5, вот, то можно сказать, что
Украинцы в 3,5 раза активнее участвуют в розыгрыше лотереи «Грин-карт». На том же примерно уровне на душу населения у нас просмотров из Беларуси. Значит, в Беларуси население раза в 4 меньше, чем в Украине. Соответственно, там где-то вот раза в 4 меньше просмотров на наших видео. Вот у нас, друзья, есть своя параллельная статистика, значит, интереса к грин-карт лотереи, сравнительный такой анализ между разными странами. Вот как бы с такой интересной перспективы. Вот на этом я, наверное, с вами и расстанусь. Счастливо!